Меня тает мой Дилберт. Он не такой, как все. Поясните. Вчера я его на минутку оставила, так он разобрал телевизор, часы и проигрыватель. Понимаете? Это нормально. Все дети так делают. Но меня беспокоит то, что из частей он собрал радиоприемник. Боже. Это плохо? Я бы снял у него электрокардиограмму, но аппарат сломался. Все очень скверно. Что с ним? Боюсь, что у вашего сына дар. Дар? Дар. Редкое состояние, характеризующееся повышенной интуицией в вопросах электроники и техники и неумением жить в обществе. Он сможет вести нормальную жизнь? Нет. Он будет инженером. Нет!